Всем здравствуйте! Сегодня семья Юрия Шатунова в публичном пространстве объявила о запуске конкурса на проект памятника, который будет установлен на месте упокоения певца. Такая информация появилась на официальном сайте солиста «Ласкового мая». Каждый, кто хочет принять участие в конкурсе, может прислать свои эскизы и технические характеристики памятника на указанную на сайте электронную почту. При этом конкурсанты должны иметь соответствующее образование и опыт работы в качестве скульптора. Необходимо предоставить портфолио с имеющимися работами. Указано основное требование к проекту. Композиция должна быть выполнена в полный рост или выше. Предполагается, что он будет выполнен из бронзы. Отметим, что прошло 44 дня, как ушел из жизни Юрий Шатунов. Огромное число поклонников продолжает возлагать цветы к месту его упокоения. Место последнего пристанища музыканта небывалым образом приковывает к себе какое-то особое внимание. Непрекращающийся поток почитателей таланта знаменитости, скорее всего, скоро вынуждены будут ограничить. После панихиды по Юрию Шатунову многие высказали свои неоднозначные мнения. Некоторые заявили, что все церемонии – это просто фарс, зачем было организовывать три панихиды сразу. Другие же не перестают комментировать печальные события. Народная любовь народному артисту. Упокой, Господи, раба Божьего Юрия. А он ведь смотрит с небес и все видит, вот эту народную пристальную любовь к нему. Царство небесное тебе, Юрочка. Светлая память и вечный покой замечательному человеку и народному певцу Юрию Шатунову, неожиданно покинувшему нас. Твоя улыбка, голос и песни останутся в памяти навсегда. Спи спокойно, наш кумир. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока!